жительниц Ненецкого округа Анна Федоровна Кирюшина. Уроженка Верхней Пёши всю жизнь посвятила труду, и сегодня она заставляет нас восхищаться ее непреклонностью перед невзгодами. Это женщина из поколения тех, кто прошел войну, не потерял способности петь и воспринимать жизнь такой, какая она есть. По Мурманской дорожке стояла три сосны, со мной прощался миленький до будущей весны. Он клялся и божился. Когда-то Анну Федоровну звали петь в коллектив знаменитого северного народного хора под предводительством Колотиловой. Он объединял любителей и почитателей русской народной песни. Молодая уроженка Верхней Пёши, несомненно, была в их числе, но в Архангельск не поехала. Во-первых, не позволяли трудовые будни. Во-вторых, петь в коллективе не любила, предпочитала солировать, громко и задушевно. И несмотря на тяжелую трудовую жизнь, любовь к пению не утратила. 4 класса окончила только. Тогда 4, там и учились 4 класса только. Ну вот, я потом с 13 лет пошла работать огородником. Всадили опять репу, турнепс, морковь. Тоже много росла. Репа такая вкусная, крупная была. Глинистая земля, так там червь-то не ест, уже такая вот репа-то была. И вот такая тоже, значит, и сладко, вкусно. Однако время в те годы было совсем не сладким. Анна Федоровна из семьи простых людей. Мама работала в колхозе, отчим – секретарем в сельсовете. Когда Анне было 16, началась война. И детей с подростками отправили на рыбодобычу в Белушье. В те годы там работал рыболовецкий колхоз. Сами ставили рыболовные снасти, тянули тяжелые сети, зимой долбили проруби. Рыбу солили, вялили, а летом на пароходах отправляли на фронт. После войны молодую и незамужнюю девушку отправили на рыбопромысел в Юшино. Там и состоялась встреча с будущим мужем. И вот он увидел меня, а мы в лодках ездили, на гребях. И вот он увидел меня, девчонки выскакивают, а это он все говорит, это не моя любовь. Я последняя иду, вот это моя любовь. Я от тебя уж не останусь никуда. Сначала Анна сомневалась в намерениях Петра, мол, как это парень из Владивостока поедет в небольшую деревушку. Но он стоял на своем. Так и появилась семья Кирюшиных. Правда, и тут судьба приготовила Анне горькую долю. На лесозаготовке ее мужа придавило деревом. После продолжительного лечения и мотания по больницам Петр скончался. Анна и 5 детей остались без хозяина. Надо быть, как сказать, самостоятельной, такой, чтобы продвигать саму себя и все вперед, в общем, это самое, быть настойчивой. Без настойчивости ничего не добьешься. Эти качества Анна Федоровна пыталась привить и своим детям. Да они и сами, глядя на всегда занятую маму, понимали, труд спасает в любой ситуации. Сегодня все ее дети живут в Нарьян-Маре, а один сын остался на родине, в Верхней Пёше. К своим 90 годам Анна Федоровна имеет 9 внуков и 8 правнуков. Лишь 2 года назад из-за плохого зрения перестала вязать. А вот на рыбалку пошла бы хоть сегодня. Эту страсть перенесла через всю жизнь. То ли судьба заставила, то ли хотела поймать рыбку счастья. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, телеканал «Север».